Помещение, транспорт, средства связи и техническое оборудование к президентским выборам получат все избиркомы Югры. Об этом в ходе заседания правительства сообщила глава региона Наталья Комарова. Сегодня в округе утвердили план предвыборной подготовки избиркомов. Он готовился с учетом рекомендаций федеральных властей. Кроме того, в помощь избирательным комиссиям предоставят государственные и муниципальные услуги. Все на безвозмездной основе. Один из важнейших пунктов плана – содействие в информировании граждан о предстоящих выборах, о ходе избирательной кампании, политических партиях, кандидатах. Задача в целом наша с вами – создать в соответствии с законодательством Российской Федерации равные условия для граждан, их участия в выборах, голосования.